140-й Марс, это тоже моя болезнь была когда-то. То есть это вообще моя профессия. Ты кондитер. Да, я по профессии кондитер. Так, ребят, смотрите, у Виталия вот такой Мерседес. Все-таки хочется, чтобы снег под ногами хрустел, да? Так, и чего ты говоришь? Знаменит пляж, да и то не тем, что сюда можно ездить на машинах прям по пляжу. Прям по пляжу. Ребята, продолжение нашего тура по Флориде, по городу Дайтона Бич. Мы приехали посмотреть еще с вами World's Most Famous Beach. Короче, самый знаменитый пляж во всем мире. Но я так понимаю, что в каждом летнем штате есть такие пляжи. И во Флориде он не один, где люди говорят, у нас, где я живу, у нас пляж самый-самый. Я это уже не слышал, поэтому не будем верить словам, будем верить глазам. Вот я следую, видите, за вот этой желтой машинкой. Кстати, Дайтона, я говорил уже не раз, это город байкеров. Здесь Bike Week проходит не раз. Слева вот видим магазин Spot. Это там сестра у меня работала. Так, куда-то дальше. Здесь можно стоять? Да? Вот так мест, смотри, сколько много. Я у какого-то дворца вообще остановились, смотри. Как думаешь, это жилой дом чей-то? Да. Или это дворец бракосочетания? Слушай, вот здесь вот получается, это очень близко к берегу, и здесь аренда дорогая, да, наверное? Ну, относительно дорогая, Дайтоны. Мне сейчас вот я с американцем встречался, когда, ребята, это было в позапрошлом влоге уже, я тут контент он снимал, и... Он мне сказал, что в этой, здесь, говорит, дорогая, а вот через речку, когда мостик переезжаешь, там уже дешевая. Ну, дешевая это 600-700 one bedroom можно снять долларов, а обалденный one bedroom мы нашли за 1000. Даже не закрывают, ребят. Просто вся открытая, поехал, сел, поехал, бери что хочешь, там внутри, может, ничего нет. Сколько в Дайтоне таких машин? А, это он в баре сидят. Даже не закрываю. А это случайно не парикмахерская? Не. Думал, вдруг парикмахерская, постричься. А то люди пишут, уже скоро отписываться будем из-за твоей стрижки. Седой стрижки. Серьезно? Да, там. И от бороды тоже? Ты что, там шантажировать пытаются? Там сделай то. Два влога посмотрели, не сделал, начинают угрожать. Слушай, это именно на этой неделе такое количество ретро-машин здесь? Или это всегда в Дайтоне? Не-не-не, это на этой неделе какой-то. Это именно эта неделя. А, ну вот Вирджиния приехала, да? Вирджиния. Это откуда? Кажется. Это Пенсильвания. Ну вот этот Форд очень красивый. Я всегда поражаюсь в старых машинах, когда вижу кожу. Ее издалека видно. Ну чем-то на Волгу, чем-то на Запорожец, да? Классно я попал в Дайтону-то. Я просто вот эти ретро-тачки себе, я в них не разбираюсь в машинах особо. Но мне очень нравится, когда вот она ухоженная. И мне еще больше нравится, когда в ней ничего нет лишнего. Именно все заводское поставлено. Значит, никель вот этот весь блестит. Заводские колпаки. А этот бар «Гадкий койот», смотри, салон «Койот». Ну это же просто они так назвались. Это же не имеется в виду та франшиза, по которой фильм был снят. Видите, как с ставнями. А, нет, открыт, смотри. Так, чуть-чуть за баром посидеть. Да-да-да, это стриптиз, ребят. Вот таким значком отмечается и Gentleman's Club. Если видите, все, смело заходите. Молли здесь работает. Где девушки? Что написано? С 8 вечера до 2:30 утра. Прикиньте, стриптиз работает с 8 вечера до 2 утра, и все. Этого им достаточно. У нас сезон начинается в январе, потому что Bike Week начинается. И в феврале, у нас Daytona 500,
Bike Week потом в марте и Spring Break. 500 это гонки, этап гонок, да? Да, этап гонок. Ага. Сейчас как-то все тихо тут. Но в сторону Майами, Naples, там сезон сейчас. Key West, той стороны. Там суета. Там суета. А в Орландо? Орландо круглый год там люди. Да? Да. Там, тоже там нет такого бывает. Понятия сезон и сезон. Сезон, да. Но у нас есть. У нас вот, потому что у нас бич, а Орландо нету бича. И люди едут в Дайтону. В Орландо пойдем. Другие бичи есть, да? Пойдем. А что-то нам все красное, красное. А там, слушай, а там наверху что? На втором этаже. Тут ресторан. Рестораны? Да. А, это типа плаза так сделано? Да, вот так. А, и раскрашена такая разноцветная. Под... Да, мне бы хотелось здесь эту пляжную вечеринку устроить. А, ну да, вон бургер. Опять бургер. Одни бургеры, слышу. А кто, вот ты был хоть раз здесь на концертах? Да, Филипп Киркоров приезжал. Филипп Киркоров здесь пел? Да. Я хотел сказать, здесь наоборот, когда ансамбль «Солнышко» только может выступать. Нет, Филипп Киркоров, Кристина Рабакайт была, российский звезд. А здесь платный вход был? Да, они просто закрывают, стулья ставят. А, да ты что? Ну это они так, когда но в Майами живут, красиво. Подработка. Да. Чек... Вот так, с видом на океан, концертный зал. Хорошо. Красиво. И Хилтон стоит, смотри, огромный, да, какой? Я слышал, что Обама приезжал сюда. Хилтон? Когда избирался, он останавливался здесь, в Хилтоне. Ага. Откуда крутой. Деньги берет, в общем-то? А вот смотрите, как классно выглядит этот мол. Вот так бы всю Дайтону рассказать. Чего Хилтон скучный такой, зелено-белый? Вот так надо привлекать внимание. Или вон фиолетово-белый. Так, и чего ты говоришь? Знаменит пляж в Дайтоне тем, что сюда можно ездить на этих? На машинах. На машинах, прям по пляжу? Прям по пляжу. А? До 5. Время сейчас 5, они просто должны уже... Да нет, сейчас 5 не может быть, сейчас только 4, да, еще? Ой, слушай, 4, мне уже бежать надо в Атланту. А, вот прямо вот здесь по берегу получается. Да, едет по берегу. Между вот этих вот колонн. И все, это получается, можешь вот здесь запарковаться, да? Запарковаться, искупаться. Шашлык? Шашлык можно делать? Я не знаю насчет шашлыка. Но люди приносят свою еду. А. Слушай, сколько он километров тянется, а? Какой длинный. Ой, блин, это может до Палм Коста, до Джексонвилла, там конца нету. То есть реально можно так по берегу дойти, да? Дойти можно. И заодно по песочку идешь и эти пяточки чистишь. Сейчас идут кондоминиумы, гостиницы, а потом уже будут уже дома идти. Дома людей частные. Видно, а, вот так океан. Вдоль берега, да? Да. Блин, мне всегда цены интересны. Не знаешь, ни разу не смотрел? Ну, я... А? Sorry? Она просто сфотографировалась. Я тебе рассказываю, что сейчас делаешь? Я работаю фотографом. Бесплатно? Я предложил с обезьянкой, но обезьянка убежала. Вот, друзья, видео заставляет работать везде и всегда. Да, эта песня долгая. Вы ready? Все? Ребята, все очень просто. $50 в кармане. Пойдемте. Здесь вообще во Флориде деньги просто сами в карман бегут. Слушай, а у тебя по ресторану есть какой-то вот самый плохой день и самый хороший день вообще вот за 5 лет? Такой? Самый плохой день — это когда закрывает мол на Крисмас. Потому что нет заработка. Не, есть сезон. Сентябрь очень плохой. Не, именно вот понедельник, среда, что-нибудь такое. Да, с понедельника по четверг народу мало. Угу. А с пятницы по воскресенье во всех ресторанах в Америке, конечно, работы побольше. Даже в воскресенье, несмотря на то, что завтра на работу все. Да, идут люди. Ну, это, мне кажется, по всему миру так. О, побежали. Два чемпиона. Чемпион и чемпионка. Это креатив называется. Когда блогеру снять нечего, он начинает креативить. Мне кажется, друзья, что... Если бы я был здесь, я бы сюда приезжал, но если совсем с ума сойти, я бы здесь бегал пробежки, вот здесь по песку, босым,
Вот так, знаете, как босоногий мальчик босоножки потерял, и вот так бы бегал здесь. А если нет, вот спасатель, кстати, следит, чтобы никто не борщил в воде. А если нет, то как минимум можно приходить, садиться, релаксовать, смотреть на океан и думать, что дальше, как дальше жить, куда бежать, кого любить. Ну все, что, 4 часа, мне, к сожалению, пора бежать. Я думаю, и тебя я отвлек. Спасибо тебе большое. Не, Витя. Пойдем, я тебя угощу. Ну слушай, ты меня там в ресторане, сям, домой. Давай что-то я ответку алаверды сделаю какую-то. Давай. Спасибо большое. Давай хоть по спине похожу, хр-хр тебе по позвоночнику поделаю. Пройдусь по спине. Я рад, что встретился с тобой. Спасибо, спасибо. Спасибо. Даже если я не вру, белорусский Доминик докажет, я ему даже писал, звонил, я говорю, не отвечает. Он мне говорил, пиши ему в Инстаграм. И как-то... Нет, вот я тебе скажу почему. Ты мне уже объяснил, я уже понял, да? Ты мне в Инстаграм звонил. Инстаграм сделал такую штуку, что туда можно звонить. А я, соответственно, я же не знаю, что. То есть, если человек изначально написал, видит такие вопросы, то-то, то-то, ну проще, окей. А ты мне начал сразу звонить, я, соответственно, смотрю, ну я еду где-то или что-то, и мне звонок в Инстаграм. Да. Я же пугливый, я же боюсь, ты меня напугал. Я думаю, не знаю, может кто-то опять меня там поругать хочет за какие-то там высказывания. Да, это было классно, я вообще слежу за твоими блогами. Спасибо. Удачи тебе, побольше подписчиков. Благодарю тебя, низкий поклон тебе. Спасибо, спасибо за искренность во всех этих видео. Кстати, ребят, Бубагам, помните, я был в Калифорнии. Там есть уже? Я был в этом ресторане, да. Баба Гамп или как он называется? Я там креветки, мне там дали сырые креветки холодные, вернее холодные, я их ел, давился и говорил, как вкусно. Но вкусно у них? Я не. Вкусно, но креветки холодные как-то не мое. В Флориде уже все заранее начали Рождество отмечать. На фоне пальм, да? Ну да. Все-таки не то. Все-таки не то. Согласен? Да, я согласен. Все-таки хочется, чтобы снег под ногами хрустел, да? Кто приезжает с Нью-Йорка? Или с тех край, где холодно со снегом, ему год-два как-то не по себе. Новый год с елкой вот и без снега. Ну да, вот как-то странно, да. Но потом человек привыкает, оказывается. Не знаю, мне всегда в Новый год хочется, вот чтобы все-таки то, к чему я привык, я. Был снег. Да, мне хочется. Дела, зачем ты себе вот эту поставил, чтобы не видно было? Сложно, не, она отражает эти санпасы? Не. А зачем она? Просто затемнено, чтобы красиво было. А вот так, если ты вот так на два колеса встанешь, у тебя на днище слово салам не написано? Но говорят, в некоторых штатах это нелегально. Здесь можно, да? Здесь можно. А во Флориде с одной только сзади номер, да? Только сзади, да. Спасибо тебе большое. Витя, спасибо, что приехал. Правда, правда. Я прям очень рад, что... Я думаю, это не первый и последний раз, мы будем всегда рады. Да, это первый визитом. Однозначно, но однозначно не последний. Да. Все, я мы еще увидимся. Ты знаешь, как я отношусь к Флориде, ты знаешь, как я отношусь особенно к Дейтоне. Поэтому я при любом удобном случае буду искать причины сюда еще раз приехать. Ты обязательно вот, будешь все. Нашим гостем еще раз. Да, пожелай подписчикам удачи. Там, желаю. Кстати, много люди любят, когда, знаешь, им по грин-карте кто участвует, удачи кому. Окей, кто приезжает по грин-карте или кто выиграл грин-карту, подписывайтесь на Витин блог. У него там все всячина разное, по всем темам есть ответы и вопросы. И все искренне, я честно скажу. Желаю удачи, кто участвует в лотерее, чтобы они все выиграли и приехали в Америку. Америка – это Силиконовая долина. Всем места хватит. Да. Я, как и всегда, говорю, хотя бы попробовать. Никто не говорит сюда приезжать окончательно. Ну, хотя бы попробовать или иметь такую карточку, чтобы сюда-туда путешествовать. Многие люди живут на две страны, и это нормально. Да? Да. На свою страну и на Америку. Здесь какой-то бизнес параллельно развивают. О, 140-й Мерс, это тоже моя болезнь была когда-то. Все, спасибо тебе еще раз. Все. Спасибо, удачи тебе. Спасибо, спасибо. Всегда спасибо. Белой дороги. Спасибо, спасибо. Пока. Все, ребят, мы дальше поехали в Атланту. Ребят, ну, в общем, что получается? Простоял я полтора суток в Джорджии, участвовал во многих грузах, ничего у меня не получилось.
И в итоге психанул, надоело Джорджия, думаю, тут 200 миль до Шарлотта, заправка в Шарлотте сейчас стоит, Северная Каролина, вот по кепке видно. И как раз тут встретились мы с человеком. Привет. Привет. Виктор. Виталик меня зовут. Виталик, рассказывай, как мы с тобой пересеклись? Ой, я за Витей гнался уже давно. Не, ну ты прям так это, ты же не гнался. Это же я, получается, тебя догонял сюда. Не, ну вообще, то есть я смотрел по твоему, по Ютубу, то есть, ну в основном по Инстаграму, где ты находишься, да. В каком штате. А, ну в Инстаграме, кстати, да, ребят, ссылка в описании, в Инстаграм, там в онлайне. Потому что в Ютубе все равно с запозданием видео выходит. Вот, я когда, я был в Майами, и когда я узнал, что ты в Дакоте, в Дайтоне. Да, ой, да, я извиняюсь, в Дайтоне, да. Угу. Я тебе же написал, что я хочу к тебе приехать, потому что мне, я очень хотел с тобой встретиться. И ты говоришь, это далеко, и ты уезжаешь в Джорджию, в Атланту, то есть, и получается, что я тебя не догоняю. И, а у меня, получается, выстреливает груз из Майами в Южную Каролину, я еду туда. И там у меня груза нет, и мне говорят, едь типа в Шарлотт, в Северную Каролину. Угу. То есть я еду туда, и я включаю рацию, начинаю слушать, и мне тут, я говорю, всем привет, я сейчас в Шарлотте. И мне тут по рации говорят, Витя тоже едет в Шарлотте. Я говорю, Витя, ты где? Говорит, еду на пайлот на северную часть Шарлотт. Я говорю, я тоже туда еду, и то есть, и так мы встретились. Так и встретились. Мне что нравится в нем, вот Витя, у него чистые прямые ролики. То есть таких ну, блогеров, ютуберов я очень уважаю. Таких очень мало. Виталий, все, ладно, а то на заказуху будет. Спасибо тебе. Да, ну, ты, при чем на заказуху похоже. Не, ну просто, ну реально, таких людей реально мало. Спасибо, ютуберов тебе. Много, спасибо. Реально, ну хороших мало. Ну как, ты расскажи, вот ты подошел, я говорю, Виталий, все, очистил сиденье от всякого кредита, от хлама этого всякого. Не, мы еще парковку искали. А, еще парковку искали. И как... Тут парковку был занял, то есть. Ну покажи, трак. Мы здесь около мусорки встали. Да, возле мусорки. Короче, здесь стоял трак 16-фитовый. Я подхожу к мужику и говорю, а он как раз так стоял боком. Я к нему типа на английском говорю, типа, ты уезжаешь или стоишь? Он говорит, что ты городишь? Говори на нашем языке. Я вообще в шоке был. Ну сразу твой этот акцент раскусил твой. Ну, акцент, да, потому что у меня английский слабый, я не буду спорить. И. Я говорю, тут просто человек очень хороший, если ты знаешь поляк из Союза. Говорит, я не знаю, типа, но я сейчас уезжаю. Говорю, ну ладно, говорю, ты спасибо. Лепишь, типа, ты лепишь, говорит, типа, окей, становитесь, мы стали, типа, все окей. Все, все, Виталий ко мне в машину зашел, а у меня здесь зелень, кинза, барашка, шашлык, мангал слева, все есть. И мы с ним сидим, отдыхаем, но есть одно но. А Виталий уже второй раз говорит за вот... час или два, как мы сидим в машине, что говорит, пойдемте, я свой Мерседес вам покажу, как да. На самом деле должен выглядеть вен. Ну, смотрите, я просто много видел ребят, которые работают на венах, вот Витя работает на вене, но у него меньше вен, у меня Мерседес спринтер, он лонг, то есть длинный. Я видел несколько ребят, которые ездят на таких спринтерах, и честно, я думал, что у меня довольно средний вариант. Но оказывается, я считаю, ну, что у меня лучший вариант. Ты имеешь в виду по уюту, по току? Я имею в виду по уюту для водителя. То есть, вот в плане отдыха, то есть общего. Потому что, так как я видел, как ребята спят реально там где-то на полу или на раскладушках. Но если есть груз, то это нереально отдохнуть. То есть, сиденья, когда разделенные, ты не можешь спать на сиденье. То есть, я и это видел. И я считаю, что для тех, у кого свой вен есть, для тех, кто хочет приобрести свой вен или кто там работает на компанию, и я хочу показать, какое вот есть спальное место, которое для уюта, то есть и для экономии даже бюджета, то есть, ну, можно сделать. Быстрые вопросы к тебе. Как давно в США? Чуть больше полтора года в США. Живу я в Бруклине. Ну, получается, летом с семьей у тебя ребенок и жена, да? Да, у меня жена с ребенком. В Бруклине? Ребенку, да, ребенку 10 лет, ходит в школу, в американскую. Молодец, старается, тяжело немножко, потому что у него есть... А пошел в школу уже год назад или сейчас только? Нет, мы как сразу приехали, его приняли, кстати, хочу заметить, его приняли просто... Его даже, ну, и посмотрели его паспорт, то есть украинский, да? Вы с Киева? Мы с Киева, да. Они не смотрели визу, они посмотрели его паспорт, фотографию, и там нужно подтверждение адреса. То есть мы принесли там со страховой подтверждение адреса, все, больше ничего не нужно было. Школа бесплатная, два раза питание, это завтрак, обед, это все бесплатно. Ребенок радуется, бегает по школе, кричит, пятница, это Friday Pizza Day, типа в пятницу пицца, он очень довольный, и учителей очень радует.
Ну, у меня у ребенка есть задержка развития, общего развития. Нам, к сожалению, поставили тяжелые диагнозы в Украине, в Америке здесь их опровергли. И я... Да то что? Да, то есть ему поставили умственную отсталость. В Украине? В Украине. А здесь что сказали? А здесь сказали, что у ребенка просто легкая задержка развития, общее развитие, то есть где-то, ну, где-то на год, на два у нее есть, ну, немножко задержка развития есть. Это может быть связано во время родов. Угу. Потому что у меня ребенок с 3 месяцев начал болеть, и наши врачи, к сожалению, ну, я люблю свою страну, но есть так, так бывает, что наши врачи говорят, экспериментируйте, то есть как можно... Догадки, здоровь... да, догадки. То есть как можно с здоровьем экспериментировать? Нам прописывали такие препараты, когда в Америке узнали, они говорят, это ж препараты для эпилепсиков, ну, которые старше уже там... 30-40 лет. В нашей стране нас отделили в другую школу, то есть не общую, а образовательную. Угу. В Америке нету такого понятия отдельной школы. Есть совсем отдельная, когда у детей реально очень тяжелый диагноз, угу. Когда над каждым ребенком индивидуально то есть, занимаются. Угу. В Америке даже легкая какая-то задержка, то есть даже дауна, ну легкая стадия дауна, ребенок учится в общей школе. У них их привозят другой отдельный автобус. Которые, то есть, они занимаются в общей школе, то есть, у них отдельный класс, там, где есть 2-3 преподавателя, которые занимаются с детьми. Угу. Классы маленькие, потому что, ну, нужно более интенсивно заниматься. Я понял. Жена в Бруклине чем? Она на работу пошла или... Да, вот, она устроилась на работу недавно, да, то есть, она работает продавцом, угу. В кондитерском магазине. То есть это вообще моя профессия. Ты кондитер? Да, я по профессии кондитер и занимался в этом в Украине. А ты в Киеве работал кондитером? Да, я в Киеве работал шеф-кондитером. Mm-hmm. Вот, в одной кондитерской фабрике, то есть и очень довольный. И хочу здесь открыть свою кондитерскую обязательно. Удачи тебе. Спасибо Все большое. Все получится. Пойдем вон смотреть? Обязательно. Так, ребят, смотрите, у Виталия вот такой Мерседес. Мерседесы вы такие, и я тоже видел не раз. Длинный, лонг. Он у тебя, получается, самый длинный, да? Ну да. У тебя 3 палеты встает легко, вот эти 48, которые да, у нас. 3 палеты легко встает, но при условии, если я уберу спальник, если это 3 палеты очень высокие. То есть... Часто возишь 3 палеты? Очень редко. Очень редко. В основном две, одна. Да, либо какой-то один габаритный груз, который может быть низкий, но очень длинный. То есть, ага. Он... Дизельный Мерседес. О, вот так. А, ну вот, все понятно. У тебя получится. Ну слушай, у тебя, если палета 40, то она у тебя 3 легко сюда, да, встает? Да, да. Я думаю, сюда раз, два, три они да, то есть... встают. Обшито у тебя фанерой, да? Да, все фанерой, и низ, и бока, то есть, угу. В принципе. Шторка есть на всякий случай. Окей. И вот он твой спальник двухъярусный. Да, спальник... Здесь ты все барахло хранишь? Да. Спальник, кстати, разбирается, то есть вот это все снимается. Ага. Вот это ножки собираются в бок. Ага. То есть тут твердая ДСП, идет рамка металлическая. Она сюда вот так опускается? Да, она сюда опускается, а вот это типа сверху на нее идет. Ага. И, ну, то есть это не знаю, ты мне сказали, это если есть большой груз, ты его собираешь. Но у меня еще ни разу такого не было. А ты в месяц уже катаешься? Да? Нет, больше 2 месяца уже. То есть я начал в начале сентября. Подожди, ты же 1.5 месяца только в США. 1.5 года я в США. А, года. А я что-то... Да, окей. Хорошо. И как тебе здесь комфортно? Смотри, что мне дал мой... хозяин Вена. Мой хозяин Вена, он мне дал матрас, спальник. Ага. Спальник ага. Вещь крутая. То есть я... Походный. Да. Я когда холодно, когда минус, я не завожу Вен, не включаю его на обогрев. Ты спишь в выключенном Вене, я да? Я сплю выключенном, допустим, за 15 минут до подъема, то есть я встаю, завожу Вен для того, чтобы, ну, я сплю... Проснуться в теплом. Я сплю в трусах, вот честно, я сплю в трусах, то ага. есть редко, когда одеваю футболку только. Ага. Включаю, ну, чтобы вылезти с этого, со спальника, чтобы было хоть тепло немножко okay. нагрет и Вен. Холодильником не пользуешься? Нет у тебя холодильника? Я думал об этой теме, ну, блин, ну... Я не знаю, мне иногда кажется, что проще просто заехать куда-то покушать нормальную горячую еду, то есть свежую. Потому что, ну что ты в холодильник положишь? Какую-то колбасу или... Там... Ну я все, что положил в холодильник, у меня через неделю все там уже мутировало и само убежало из холодильника. Сейчас зимой холодильник это вот. Это да. Карго-отсек. То есть...
Ну и вот и крышу они не стали утеплять, точно так же, как и я думал, что крышу... То есть вот в этой зоне до шторки, как у меня вот здесь, думал крышу утеплить, а там вообще думал ничего не трогать. У тебя смотри, как эти стрепы приделаны красиво. Не валяются на полу, как у меня, а приделаны к стене. Это моя идея, то есть я так придумал, потому что, ну, так лежали тоже. Все, ребят, ну а тут что, Мерседес, да Мерседес, что его показывать? Наверное, вы уже не раз видели. Коробка передач, рычаги, телефонодержалка, колесо рулевое, сидушка пассажирская, коврик красивый, называется You had to meet Wolf, не знаю. Вот. Вот, я даже создаю так визуально карту. Ага. То есть, это магнитики. Да, это магнитики. Ага. Это Нью-Йорк, он вообще упал, короче. Я в основном был на восточном побережье. Я вижу, ты еще Калифорнию ты не оседлал еще. Да. Неваду ты еще не оседлал. То есть у тебя все, что здесь центральная и восточная часть. Да, в основном. Я часто был, вот, 3 раза был во Флориде, именно в Майами. Мне очень нравится Флорида. Мне очень нравится Южная Каролина, Северная Каролина. Андрюхе, привет, кстати. Вот. В Теннесси я был вообще в Мемфисе. И так проездом был. То есть штат довольно интересный. Чем? Особенно Мемфис, скажи мне, чем он там интересный? Там, знаете, что есть? Мемфис есть пирамида. Да? Ну, вот визуально, знаешь, вот ты издалека видишь пирамиду, думаешь, что ж там есть? Думаешь, какой-то музей или все. Это просто охотничный магазин, то есть для рыбалки, для охоты, то есть все. И смотровая, ну, и смотровая площадка. Ну понятно, достаточно интересный Мемфис. Кстати, я так как из Украины, и мне очень понравилась вот такая вот, видите, Пенсильвания, она в таком стиле типа Украины сделана, желто-синим вот. А, ну это Пенсильвания написано. Да, да, мне это очень понравилось, я, кстати, купил, я хочу отправить там подарки. Просто вата, утеплитель, ты не знаешь, чем утеплен он? По-моему, там пуст. Вот мне, там... Я просто почему спрашиваю, потому что я здесь стою, и я чувствую, по-моему, там пусто. Там пусто, да. По-моему, пусто. Там пусто. Нет. По-моему, это просто дизайн. Ну, это просто, мне кажется, чтобы сохранить венту, в каком он есть в виде, мне так кажется. Ну, ясно. Ребят, ну вот, ну а нам что остается? Мы будем здесь стоять в Шарлотте на заправке и ждать завтра. Завтра надеемся уехать куда-то, да? Всем спасибо, пока. Все, пока. 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 Очень классно. Пока, пока.